Так. Так, вода, батарейки, печалки годятся. Так. Друзья, всем добрый день. Вы на канале Баженит, и с вами я, ее ведущий Влад. 2 апреля на улице. Пора, ну, открывать сезон. Какой сезон? Поисковый. Главное от дома отъехать, выбраться. Там, наверное, уже люди на югах вовсю копают. А я сейчас попробую, получится что-нибудь или нет. Вокруг проеду и посмотрю, будет толк или нет. Всех любителей металлопоиска с наступлением весны. Сейчас не знаю даже, что сказать, пора или не пора открывать сезон. Сейчас схожу, посмотрю своими руками, глазами, будет понятно, можно начинать его или нет. Для тех, кто с администрации меня видит, нашего района, скажу так: имею металлодетектор для личных нужд, для хозяйственных. В вашем хозяйстве все пригодится. Сейчас схожу, гляну, оттаяла земля, не оттаяла, а мечи меня увидят. Покажу, какие сейчас условия, сколько воды. Ладно, сейчас отключусь пока. Показываю, какая почва. Все нафиг замерзшее. Ходил, ходил. Лопату только ломать. Сейчас это на гриб покладу камеру. Попробую показать. Вот нифига грибочек. Вот это грибочек. Короче, холодно, блин. Тепла нету. Пока что, ну, сантиметров 5, если отошло, то хорошо. Еще рано, в поле делать нехрен. Ну, чтобы просто так не ходить, одну монетку нашел. Какая, я еще не понял, не посмотрел. Ну, похоже, двушка. Звучит хорошо, блин. Посторонних шумов нету нифига. Все четко. Полностью дискрим выставил, чтобы ничего не цеплять. Чтобы зря эту мерзлую землю не топтать. Ну, вон я сейчас покажу, сколько протыкается. Ну, 5 сантиметров, 6, больше не протыкается. В общем, делать нехрен еще в поле. Ждать нужно тепла. Обычно всегда числа с 15 начинается. Сейчас еще делать нечего. Ну, вижу, вон двушка Александровская. А какой год? КМовская вижу, а? Ладно, дома помою. Там будет видно. Ну, не пчелка, простая. Простая какая-то. А нет, или 11-й, или 12-й год. Сейчас погляжу. Вижу 1812-й, кажется. Ну. Сейчас я помою и подойду.
Походил я часик. Железо, в общем, рано делать нефиг. Терпите, мужики, еще неделю, может быть, дней 10, как по погоде. Блин, куда дел-то? А вот, отмыл, вон она еще, нормальная. 10-й год. Дома там отмоя будет, видать. Сезон открыл, и на этом хорошо. Складываюсь. Ладно, кто занимается поиском, смотрите, что будет интересное. Покажу, спрашивайте, могу много чего интересного рассказать. Ладно, всем пока. Или лайк, или дизлайк ставьте.